Хочу обратиться к мерзавцам с армянскими фамилиями, которые являются пропагандонами вашей страны. Странно, при том, это только евреи и армяне. Больше всего пострадали мы, как бы, но все вот пропагандисты эти, вот, они с армянскими фамилиями, самые такие. Я не знаю, как к вам обратиться. Да будет то величайшее проклятие на вас и на ваших детей. Если люди рождаются вообще-то как бы нормальным путем, вы не родились, вас просто высрали. Вот ваша мать села вот в туалете, и вы вот из ануса упали от нее, понимаете? Вас высрали просто. Вы генетический мусор. Понимаете? Мне стыдно, что у вас фамилия Наян, потому что у нас как бы фамилия Наян всегда ассоциируется с учеными, с артистами, со спортсменами, не знаю, с величайшими людьми планеты. Но вы вот этот вот генетический мусор, это говно, которое вот сидит сейчас и лижет жопу Кремлю и Путину, отсасывает у него, вы понимаете, и льет говно на нас, на свою несчастную родину. Ничего, в мире есть справедливость, конечно. А вас все здесь знают, все уже как бы нету таких людей почти, ну если они не дальние ваши родственники, да, знают вы кто такие, на что вы способны. Слава богу, некоторые из вас фамилии поменяли, сделали на ов, да, типа Багдасаров, там еще не знаю, там ов, да. Вот желательно, чтобы все вы поменяли фамилии, чтобы не ассоциировались как бы с нами.